Я несу воду. А что несете вы? Короче, я опаздываю, надо сейчас быстренько занести все, что надо, домой. В смысле, я поменял Диме и маме евро, и теперь надо их занести. В смысле, воду вот так вот маме надо занести. Я бы уже на маршрутку пошел, но не получается. Ой, не сбивай меня, пожалуйста. Я всего лишь дорогу пытаюсь перебежать. Короче, вот так. Просто можно пойти, если мы тебе хапить. Да, ну давайте на парковку. А то я пить дико хочу. Второй тайм начался. 0-0. Хавать. Я только пить хочу. Да, хавать, домой пойду заберу. О, шарик отпустили. Ой-ой-ой. Я его увидел один раз. Мы даже не поздоровались. О, шарик опять полетел. Вообще как быстро. Да, да. Органисия. Треба фильм. Кондёры. Дима, не надо никак. Нужно только переделать по 9.50.
сюда пришел. Банально после первого тайма через минуту буквально чика замахан. Просто это после сирки вообще никак. Да, я достаточно. Почему бы и нет? Вообще я хотел колу заказать, только колу, потому что пить хочу. А так я бы ничего не заказывал. Ой, да ладно уже. Ну молодцы, сразу бьют, а не... Да, вот у нас Украина знает, они как-то... Очень близко хотели подойти и сказать так. Я только фифе так делаю. Фифу вообще. Вот, так вот примерно то, что я имел в виду. Бей мячом, а не делай вид, что понос. О, нормально словил. Вот это красиво было на этот раз. Ну, с кем не бывает. Правда, на влоге это будет видно так себе. Короче, там ничья. Испания, Германия 0-0. Сейчас первый тайм закончится. 2 минуты дополнительно. Сейчас посмотрим. Так у тебя немец сейчас отберет. Блин, назад, по сути, меня тут бесит очень сильно. Зачем они назад бьют? Испанцы так... Ну, у тебя... Но да, они... да, да, да. О! Потому что зачем назад тыкать? Ну, хотя бы тут побейте мяч. Ну вот, немцы правильно делают то, что бьют сразу. Ой. Ну вот. Да-да-да. Но моя позиция такова. Есть у нас нормальные игроки, но их попускают дебилы. Гении. Которые не умеют особо играть. Их пустили на евро каким-то чудом. У нас довольно много хорошо играет. Видно только, что нас попустили. Как нас вообще попустили, учитывая того, что... Все, 2 минуты прошло. А, ну все, 0-0. Первый тайм окончен.
А як же ще тільки кавши говорили? Например, каша влагика провели. І тепер самі провелися. Повторяється, каже судьба. Цим містичним автобусом. Я тепер цю тройку буду називати містичним автобусом. Тому що вона є, а по факту її нема. А коли є, по факту її теж нема. А коли вона по факту її нема, вона є. Як розуміти? Об'яснити мені. Я ж говорю, а на таблі її нема. Містичний автобус приїхав. Ви каути чи не багато йдом? Україн. Україн? Слава Україна. Ступить, вступить, кретін, відео. Ладно, вы пока заказывайте, а я поставить заняю.